Дорогие друзья, я сейчас, предвосхищая события, скажу, что зал просто взорвется аплодисментами, и вся страна будет аплодировать, потому что певица, которая выйдет на эту сцену, она с минуты на минуту, буквально это не шутка, готовится стать мамой. Насправді, ми думали, що сьогодні вона навіть не буде присутня на нашій церемонії, але вона робить красивий і героїчний вчинок, тому що зараз зустрічайте на нашій сцені Анастасія Приходько! Все как всегда, все хорошо, как мы хотели, по расписанию, просто январь, просто пришел, снегом за. Может быть, два, мне календарь твой правду расскажет. Я же одна, ты лишь едва. Сама двери открою, первой метели, где я не буду тихо любя. Анастасія Приходько. Браво!